Добрый день всем. Добрый день. Настроения никакого нету. Пришли домой. Такая погода ужасная. Волос сейчас просохнет. Как ведьма. Как ведьма. Наконец-то постриглась. Немного вам не про... А, ну да. Не знаю. Завтра, короче, увидите мою стрижку. Сначала это видео посмотрите, а после него... Уже, наверное, с новой стрижкой меня увидите. Жалко, конечно, свои волосики обстригать. Но посмотрите, какой результат будет. Не, волос у меня красивый, пышный. Я не крашу голову, кстати. Это мой родной цвет волос. Мой родной. Красилась и в светлый цвет, и в рыжий цвет. Волос портится. А сейчас я буду пиццу готовить. Настоящую итальянскую с салями. Ну, салями немецкая, не итальянская. Что я для пиццы купила? Зашли в Адеку, скупились, 50 евро потратили, 50 евро. Купили шампиньоны, вот этот гриб, королевский шампиньон. Очень вкусный, сейчас его обшарю. Я его слайсами режу мелко и обшариваю. Сырой гриб в пиццу ни в коем случае не ложите, потому что он влагу отдает, и потом вот это тесто пропитывается вот этой влагой. Итак, если вы в пиццу такую начинку, как я ложу, то все равно влага будет, сок будет. А если еще грибы сырые, то это вообще. Вообще я пиццу готовлю, я куриное филе нарезаю кубиками, и в горчице его соль, перец, горчица. Можно по вкусу еще каких-то специй добавить. И вот это в горчице я ночь держу в холодильнике. Пленкой накрываю в какой-то емкости, и оно маринуется. Тогда вот это куриное филе получается вкусное, такое ароматное, пикантное. Лучше колбасы, лучше колбасы. Но единственный минус. Я в Германии хорошей горчицы не нашла. Ну, как сказать хорошей? Может, она и хорошая, конечно, но вот как у нас всегда покупала горчицу, вот эту вот, она для маринада хорошо подходит. Эта горчица, что тут продается, она не подходит для маринада. Так что я купила палку колбасы с салями. Сейчас покажу. Сегодня у нас праздник. Купила такой рулетик бисквитный. 3 с копеечками, бисквитный, замороженный, лимонный, цитронный рулетик. Будем праздновать. Сейчас пиццу спеку, будем... Ну, панк, возможно, запишем вам. Так, что тут у нас? 30 минут. 30 минут его разморозить, и можно употреблять. Ну, я его в холодильник сейчас положу, пока доехали. Дождь идет, ужас. Соседку встретили сверху, говорит, ужас, погода, это кошмар, говорит. Так, купили такие вафли. Тоже их берем, это и сладости. Такие вафельки купили. Шоколадные Руслана. Евро с копейками стоят. Кстати, вкусные. Рекомендую. Рекомендую. Так, кстати, уже просит ему вафель подкрыть. Держи. А сейчас я покажу, какие они внутри. Сейчас покажу. Такая конфета вафельная в шоколаде. Вот такая конфетка. Ароматная. На. Греси. Гресу. Так, это на мусор. Мусорные пакеты, что надо достать. Так, это Стасик себе мармелад купил. Я такой мармелад не люблю. Он уже его один на улице схомячил. Тоже евро с копейками стоит такой мармелад. Кто любит, может, и в Адеке он продается. Так, это и сладости для пиццы. 2 упаковки маслин, черных маслин. Евро с копейками. 250 грамм, 125 грамм живого веса, ну, маслин уже. Евро 80, по-моему, вот эта упаковка на пиццу. Пиццу люблю с оливками или с маслинами. Тесто ж я, у меня на канале есть рецепт, есть даже видео, где я готовлю пиццу. Кто желает, может посмотреть. В принципе, я ее всегда так готовлю. В тесто я добавляю живой йогурт. Кстати, вот купили, сейчас я вам покажу. Так, это палочку колбасы с салями. Обычная, 6 евро в Адеке. Обычная с салями. Ну, не всю палку, конечно, положу, я ее нарежу кружочками.
Так, живой йогурт 10% это для теста. Всю банку положу. Тесто останется, можно всегда пирожков напечь и что-то Хачапури. спечь. А, Стас хачапури. Хочет хачапури, турнеспури. Кстати, хачапури у меня, ну, это песня. Вот я готовлю хачапури, по дому запах распространяется, соседи в двери ломятся, все на мою хачапури летят. И я уверена, сейчас буду пиццу готовить, в двери будут ломиться, потому что аромат стоит. Дверь деревянная, обычная вытяжка, нет, туда аромат как распространится, у всех будет пищевой оргазм. Так. К пицце купили банку такого пива, никогда его не брали, попробуем. Никогда, 2 с копейками стоит, тут у нас 1 литр, 5% алкоголя, премиум. Премиум, не знаю, никогда не покупали. Напишите, кто-то пробовал такое, я тоже попробую, вам скажу вердикт. Банка остается, кстати. Так, кто его выпускает, и непонятно. Наверное, немецкая, скорее всего. Так, 1 литр. Вроде должно быть хорошее. Ни разу не пробовали. Сейчас в холодильник положу, чтобы оно было у нас холодное. Холодное пиво. Пиво это самое лучшее. Не люблю. Один раз пробовала теплое пиво. У меня вообще отвращение к пиву после этого. Так, 2 вида сыра для пиццы. Взяла 2 вида. Один для пиццы специальный. Риббон какой-то. Вот такой сыр. Это для пиццы специальный сыр. И для пиццы, для лазаньи, ну, для всего моцарелла. Смешаю 2 вида сыра. Положу такой тертый, уже готовый тертый сыр. Так. Десяток яиц. Яйца в пиццу я не ложу. Взяли, потому что яйца всегда нужны. Сахар закончился. Сюкер. Сюкер. Килограмм сахара, евро 50, евро 49. Акция вот эти на вот это сливочное масло. Уже брала на этой неделе, еще 2 пачки взяла, в морозилку положу. Масло сливочное нужно. Кстати, вот это нормальное, но оно расслаивается. Вот когда его режешь, оно расслаивается. Вроде натуральное масло, насколько я знаю, не должно расслаиваться. Напишите в комментариях вот этой марки масла, почему оно расслаивается. Вроде марка неплохая, но очень дорогое без акции. Я его и без акции покупала, оно расслаивалось. А дату сейчас скажу. Так, то 24.04.24 года. Не знаю, оно отсвечивает, наверное, вы не увидите. Вот так там. Масло непросроченное. 2 помидора обязательно для пиццы. Можно томат, можно кетчуп использовать. Я помидоры. Цельные помидорки. Конечно, с филешкой маринованной пиццы вообще бомбовая бы вышла. Но, к сожалению. Так, мука у меня есть, но еще купила пачечку муки. Насчет червей. Вот точно такую муку я всегда мы ее покупаем. В ней были черви. Это, я надеюсь, нормально. 405-й помол 70 с копейками центов стоит. Мука всегда хорошая, не знаю. Один раз нам вот попалась реально с насекомыми. Один раз всего. Так. Это Стас себе семечки взял, он их очень любит, я тоже иногда могу их полоскать. И вот эти тыквенные, они очень полезные, но я их не очень люблю. Я, кстати, все полезное не очень люблю, да я шучу. Вот такие, на, держите, семечки, а это мне. Вот эти семечки черные, очень полезные для фигуры. Шелкайте семечки, фигура будет у вас бомбовая. Так, литр молока еще купили. И вот на это все мы потратили. Сейчас точно скажу, чек всегда беру. 45 евро 47 центов. Не знаю, сфокусируется, не сфокусируется. Вот там цена. Так что вот такие у нас дела. Будем готовить, будем праздновать. Сейчас я видео загружаю. Одно видео загружаю, а это уже завтра посмотрите. Посмотрите завтра. Завтра у меня день. Ой, не знаю, дай бог, чтобы все хорошо было. Надеюсь, меня стрижка не разочарует, потому что очень хочу красивую стрижку сделать. В Германии в том году стриглась, ну, такой мастера. Благо мне посоветовали хорошего парикмахера. Ну, оцените результат. Результат на видео вы оцените. Волос отрос.
Сейчас к весне время идет, шапки уже, наверное, скорее всего, не будем одевать, надевать. Так что вот так. Волос такой хороший. Вчера мыла, вот нормальный волос. Вчера голову помыла. Так что вот такие дела. Сумку с собой взяли, такую еле потащили. Вдвоем несли. Вдвоем несли. Не знаю, очень дешевая была. Ну, сами видите, все вот это мы купили. Помидоры я кипятком обдаю, шкурку снимаю с них. Так что вот так. Сейчас не знаю, что есть хочется, или супец поем. Кстати, суп с брокколи сварила, очень вкусный, песня просто. Так что вот так. Вот такие у нас пирожки с вами. Всем отличного настроения, позитива. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всех обнимаю и до скорой встречи.